Всем привет! Это Катя. Сейчас расскажу и даже покажу, чем моя дочурка лакомится на завтрак, обед и на ужин в свои 2 года. На завтрак у нас сегодня овсянка. Вот что осталось от нашей каши. У нас обычно на завтрак либо овсянка, либо гречка, либо пшенка. Другие каши мы как-то не очень любим. И мы их часто меняем, чтобы они нам не надоедали. Конечно же, посреди дня мы перекусываем. Это может быть и бубличек, и печенька, и бананчик, и яблочко, и пюрешки фруктовые, разные всякие. Ну, в общем, что попадется нам под руку. Так, у нас обед. Сегодня на обед у нас овощи вареные. Это картошка, морковка, капусточка цветная, капусточка, брокколи и фасоль, спаржа такая зеленая. И из мясного у нас котлетка из свинины и говядины. Из этих овощей мы больше всего любим морковку и брокколи, и капусточку цветную. И больше всего мы не любим картошку. Так что мы съели? Мы выбрали всю цветную капусточку, всю брокколи, немножко фасоли и выбрали еще морковку. Картошку практически всю оставили. И котлеты. От котлеты осталось, ну, примерно половина. Сегодня у нас суп из овощей и мясо. Супик мы съели вот по тарелочке, а мяско всю баночку. И догоняемся печенькой. Так, сегодня у нас макароны с котлеткой из индейки. Сегодня у нас пюре овощное. Брокколи, картошечка, морковочка, капусточка. Там еще есть индейки немного с укропчиком. И котлета из индейки и говядины. Ну и вот уже у Даши в руках лежит конфета, которая, собственно говоря, является стимулом, чтобы съесть вот этот обед. Господи, я не знаю, девочки, просто у меня возникла проблема. Я приучила мою малюню, и без конфет она уже не ест обед. Она меня шантажирует. Маленький мой шантажистик. Да? Я часто делаю Даше пюре, потому что у нее снижен тонус мышц, невролог сказал, что то, что мы пользуемся блендером в наши 2 года, это еще нормально. Да. Сейчас откроем, откроем тебе конфетку. Да? Сейчас мы пюрешечку съедим. Давай. Мы вообще никак не... Мы малоежки. Пюре – частый гость на нашем столе. Ну и, соответственно, изделия из фарша тоже. Потому что мясо кусочками она никак не может проживать, она его просто выплевывает. Поэтому вот котлетки и пюрешки. Сегодня мы съели все. Вот главное, что мы съели. Да, сейчас съедим точнее. Наш ужин – гречка с молоком. На ночь малышка выпивает обычно пакетик биолакта, либо кефира, либо бифилайфа, либо молока. И в конце о наболевшем. Вы заметили, моя малюня – малоежка. Ваши детки тоже так плохо кушают? Боже! Сколько моих усилий, и чего только мы не делаем, и самолетики к нам в ротик залетают, и пароходики в портик заезжают, и за маму ложечку мы едим, и за папу, и за бабушку, и за дедушку, и другой девочке я ложечку отдам, если ты не съешь, и пюрешку ты будешь кушать, и тогда я тебе дам конфетку, ну короче, чего только я не придумываю, лишь бы она съела вот эту вот ее норму примерную положенную, да, и то она ее не съедает. Ну, вот такая вот у нас фишка в наши 2 года. У вас как ситуация с этим? Расскажите, может, что посоветуете. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Я, кстати, очень-очень люблю смотреть такие видео подобные, поэтому решила сама снять. Мне всегда интересно, а как едят другие детки? Вот такая я любопытная мама. Так что ваши видео на подобную тему я тоже буду смотреть с удовольствием. Пока-пока!